Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников. Сегодня у нас Адельфен Анджольра. Адельфен Анджольра – французский академический живописец. Писал портреты, ню, интерьеры. Для своих работ использовал в основном акварели, пастели, ну и писал маслом. Анджольра известен своими интимными портретами молодых женщин, выполняющих рутинные дела, такие как чтение или шитье, часто с подсветкой от искусственного освещения. Возможно, его самой известной работой является молодая женщина, читающая у окна. Адельфен Анджольра родился в местечке Курон-Ардеш, был первым ребенком. Учился в течение 3 лет в школе-интерната Нотр-Дам-де-Франс, Лю-Пью-Анвеле. Учился у акварелиста Гастона Жерара в парижской школе рисунка, а также у Жана Леона Жерома в школе изящных искусств и Паскаля Даньян-Буре. Мать умерла в возрасте 32 лет, семья переселилась в Лагонь. По окончании школы в 1839 году ему предложили должность профессора рисования в средней школе в Гренобле, но Адельфен предпочел посвятить себя живописи. Я цитирую Википедию, все то, что мне удалось найти в интернете о этом художнике. После учебы в Париже он вернулся в Пьюи-Анвиле, где пишет картины старых кварталов города и портрет. Выставляется в 1889 году в салоне французских художников. Выполняет портрет генерала Дессони и генерала Тома. В 1892 году по приглашению депутатов переехал в Сен-Жиль, где написал картины «Возвращение быков», «Рынок в Сен-Жиле», «После мессы», ну и так далее. В 1893 году художник женится на Мари Даде. В начале своей карьеры Анджольра писал в основном пейзажи. Любовь к рисованию портретов женщин проявится позже. Художник менял жанры, ориентируясь в основном на изображениях элегантных молодых женщин, чаще при искусственном освещении. Адельфен Анджольра стал художником обнаженной натуры. Многие его произведения, такие как «Сиеста», имеют эротический и чувственный характер. Применяя в своих портретах технику пастельной живописи, он подчеркивал женскую грацию при свете костра или фонаря. С 1890 года Адельфен Анджольра выставлял свои работы в парижском салоне, вступив в 1901 году в общество французских художников. В этом же 1901 году он получил академическую награду за свою картину «Смерть Дюпле». Картины Анджольра хранятся в музеях Пьюи Авиньона. Молодые женщины, сидящие в кресле, выглядывают из окна, небрежно надевают ботинки, на мгновение останавливаются, чтобы посмотреть на какой-то предмет. Лампа является повторяющимся визуальным элементом и показывает, как и свечение камина или свет зари на террасе, характерный для художника способ обращения со светом. Все его работы создают интимную атмосферу, так что у зрителя может сложиться впечатление, что он нарушает общую обстановку. Мне очень понравились картины, по моему мнению. Ну вот, наверное, и все, что можно было найти, что я нашел в интернете о Адельфен Анджольра, французский академический живописец. Да, кстати, умер он в 1945 году, и сегодня его работы принадлежат музею Пуи и музею Авиньона. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.